Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кудерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодня наша встреча посвящена складскому учету и, соответственно, работу с давальческим сырьем, ответным хранением и так далее. Смотреть мы будем с вами на примере 1С ERP 2.5. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения или вы не успели досмотреть до конца, через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров на нашем сайте. Вы можете посмотреть и этот вебинар, и многие другие. Возможно, вам покажется что-то еще интересным. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардышева. Так что милости просим к сотрудничеству, к встречам и так далее. План нашего вебинара сегодня будет такой. Мы поговорим про первичные документы, особенности их оформления, поговорим про балансовый и балансовый учет спецодежды, инвентаря, специнструментов и так далее. Ну и, соответственно, про инвентаризацию, поскольку, как вы знаете, не так давно было принято новое ФСБУ, которое регулирует правила проведения инвентаризации. Поговорим про работу с давальческим сырьем и оценка справедливой стоимости, которая применяется в некоторых случаях, и, соответственно, про дополнительные сервисы и отчеты. Сначала мы с вами немножко затронем первоначальные настройки и как будет проходить наша встреча. Мы будем нормативные материалы смотреть по слайдам и будем параллельно переключаться на демо-базу ERP. Сейчас я переключусь вот таким образом. И, соответственно, здесь уже смотреть то, о чем мы поговорили, как это выглядит на практике. Мы возвращаемся к нашим слайдам. Итак, то есть, в принципе, когда мы работаем со складскими, какими-то складскими функциями, нужно проверить первоначальные настройки, которые у вас были заданы. Это связано с тем, что при настройках, необходимо некоторые функции дополнительно активировать. И, соответственно, делается это из раздела НЦИ и администрирование. И вот как вы видите на слайде, нас будет интересовать склад и доставка. То есть вот у нас есть раздел настройка НС и разделов, и раздел, соответственно, склад и доставка. Даже если вы уже начали работать, но что-то вас не устраивает, то все равно проверить, какие настройки вы задали, все-таки необходимо. Сейчас мы переключаемся с вами на демо-базу. И хочу сразу сделать акцент вот на чем. Поскольку в этом году было достаточно много изменений и дополнений к уже существующим актам, то вам нужно проверить, на каком релизе вы работаете. Возможно, вам потребуется обновление сделать. Сделать это можно вот по такой пиктограммке. Когда мы нажимаем эту пиктограмму, нас будет интересовать вот этот раздел с пиктограммкой и с точечкой. И это у нас информация о программе. И здесь вы можете увидеть сначала это релиз платформы, которая у вас установлена, и сведения про конфигурацию, какую мы используем. Мы будем смотреть с вами на релизе 2.5, 12-й релиз 8. 1287. Это не совсем последний релиз, но один из предпоследних. То есть в нем уже учтены законодательные изменения, и мы уже будем, так сказать, с ними работать. Это мы делаем в самом начале, проверяем, насколько актуальна ваша база. И затем мы переходим в раздел НСИ администрирования. И вот он наш блок, настройка НСИ и разделов, и наш склад и доставка. Когда мы проваливаемся, мы попадаем в настройки. То есть, соответственно, здесь основная задача внимательно считать, что вы активируете, как активируете. Это значит вот такой флажок, красивая зеленая галочка, чекбокс.
И, соответственно, мы задаем параметры, как будет использоваться наша конфигурация. Ну, во-первых, ставим сразу, что у нас несколько складов, потому что чаще всего у крупных предприятий складов несколько, и, соответственно, несколько материально ответственных лиц, которые отвечают за ведение учета на этих складах. Вот здесь нужно обязательно внимательно посмотреть и, соответственно, поставить настройку. То есть будет формироваться автоматически после записи документа либо кладовщиком, либо менеджером. Ну, соответственно, вы ставите ту отметку, которая соответствует вашим бизнес-процессам. А как вы видите, после каждого поля, где вы ставите выбор, есть подсказки. То есть что это такое, для чего это такое. Оформление поступления доступно. Здесь у нас есть варианты выбора. Извините. Да, чтобы посмотреть его, включим. То есть после формирования заказа или после формирования накладной. То есть это в том случае, если вы не используете заказы. Но если используете, то, соответственно, вы выбираете то, что вам подходит. Использовать или нет упаковочные листы. Эта функция будет очень удобна, если вы отгружаете какими-то более крупными партиями, ну, например, палетами, вагонами и так далее. В этом случае у вас есть возможность формировать упаковочный лист и этикетки. И плюс, поскольку у нас склад и доставка, то, соответственно, раздел «Доставка» тоже надо просмотреть и проставить соответствующие вашим бизнес-процессам отметки. И отметку мы должны поставить в первую очередь, это управление доставкой, если вдруг она у вас не стояла. Ну и, соответственно, просмотреть остальные пункты и поправить, если это требуется, те настройки, которые у вас имеются. Здесь нужно учитывать то, что вот эти настройки, если вы уже формировали документы, то, соответственно, некоторые настройки уже нельзя удалить, потому что на них будут ссылки в других документах, и удалить его уже будет более проблематичным. После того, как вы просмотрели, что у вас установлено, ну, ключевые, так сказать, моменты, что у вас установлено несколько складов, что у вас стоит флажок управления доставкой, соответственно, отмечено, что разрешено перемещение между складами вашей компании, и дальше применяется или нет в вашем бизнесе механизм сборки и разборки товаров, то есть, например, комплектование каких-то наборов или наоборот, раз укомплектование. То есть в этом случае мы ставим основной флажок, это сборка, сборка либо разборка, и использовать или нет заказы на сборку либо разборку. То есть если мы используем заказы, то, соответственно, мы можем более планово загружать склад и контролировать, что мы разобрали, что собрали. И еще раздел обеспечения потребностей, поскольку, соответственно, если у вас еще и производственный блок вы используете, то в этом случае здесь стоит просмотреть и проставить нужный флажок. У нас сейчас, как вы видите, стоит расширение, то есть расширенное формирование заказов на отгрузку и так далее. Ну, естественно, в вашем случае это может быть и не так. После того, как мы просмотрели настройки, мы можем переходить к самому разделу. То есть вот он у нас раздел «Склад и доставка». И, соответственно, как вы видите, здесь сгруппированы определенные функции. То есть внутреннее товародвижение у нас и жирным шрифтом выделено. Это журнал документов, общий журнал документов, то есть всех складских, которые существуют. И здесь мы видим, то есть у нас и внутреннее потребление, то есть это в основном касается спецодежды, спецоснастки, специнструмента, то есть это то, что затрагивает за балансовый учет.
Как вы знаете, у нас сейчас приняты несколько новых ПБУ, которые используются в этом году уже все. Раньше, допустим, было принято 5-е ФСБУ, это по запасам, 6-е и 26-е это по основным средствам и так далее. То есть, согласно правилам бухучета, при поступлении спецодежды, специнвентаря, вы можете его сразу списывать на затраты. Но вести учет необходимо все-таки, и, соответственно, в этом случае этот учет ведется на забалансовых счетах. Мы чуть попозже про это поговорим. И для того, чтобы контролировать передачу, мы можем на забалансовых счетах точно так же использовать передачу в эксплуатацию и так далее, другие документы. То есть, вот, например, передача в эксплуатацию. Мы заполняем документ «Внутреннее потребление». Здесь шапка обычная, мы указываем на какой склад. Чаще всего возникают вопросы, а почему я не могу провести? Из-за того, что указаны не те склады, то есть приняли вы на один склад, а пытаетесь передать в эксплуатацию с другого склада. Дальше мы перечисляем на закладочке товары ассортимент, то есть то, что мы передаем, и указывается физическое лицо. То есть, соответственно, у нас спецодежда может иметь разные сроки эксплуатации. Например, если у вас сроки эксплуатации больше 12 месяцев, то нужно очень внимательно просмотреть еще раз. И, возможно, что-то у вас будет в разряде не спецодежды, специнвентарь, а уже, например, специнвентарь может быть как основные средства. Поскольку, как вы помните, новая ФСБУ 6 и 26 определяет, что ценовой критерий у нас сейчас не учитывается, а учитывается только срок эксплуатации до 12 месяцев или свыше 12 месяцев. Снова мы сейчас вернемся к нашим слайдикам. Мы с вами прошли вот эти два слайда, так сказать, посмотрели, где это у нас находится. И дальше мы переходим к первичным документам. Соответственно, первичные документы у нас в основном сгруппированы в разделе «Внутреннее товародвижение», то есть то, что мы с вами только что смотрели. И здесь мы можем сформировать разные документы. Сейчас мы переключимся еще раз на ТМБазу. Так, и внутреннее потребление. То есть, закрываем это, нам уже не надо. Внутреннее потребление, вот так сделаем, можем сформировать конкретные документы по заказам на перемещение, на сборку, на внутреннее потребление, то есть это когда мы списываем уже на затраты и перемещение внутри компании между разными складами. Когда мы переходим в раздел «Внутренние документы», то по кнопочке «Создать» у нас открывается достаточно большой выбор документов. И, как вы видите, допустим, вот в свернутом формате у нас внутреннее потребление, а здесь у нас идет уже вот возможность писать на расходы и передать, например, в эксплуатацию. Но передача в эксплуатацию – это уже учет в разрезе материально ответственных лиц, то есть фактических физических лиц, которым переданы данные. Извините, неправильно сказала, физических лиц, которые в нашем случае являются сотрудниками. И точно так же, как вы видите, у нас везде по всем разделам стоит плюсик, то есть можно открыть и посмотреть, какие нам доступны документы. Здесь нужно быть внимательным, потому что, как видите, ну, перемещение – это обычная процедура, которая повторяется, ну, практически ежедневно. И дальше идут, собственно, документы, которые позволяют учесть результаты инвентаризации. Про инвентаризацию мы тоже поподробнее поговорим. Ну, собственно, и вот сборка-разборка. У нас здесь могут быть варианты, если мы поставили соответствующий флажок в разделе НСИ и администрирование. Каких-то очень особенных в данном разделе документов мы не имеем. То есть фактически первичные документы
Их ассортимент, если можно так сказать, достаточно небольшой. То есть это, собственно, поступление товаров на склад, оприходование, перемещение между складами, передача в эксплуатацию или в производство и, собственно говоря, проведение самой инвентаризации. Сейчас мы с вами снова возвращаемся к слайдам. Вот раздел, который мы будем использовать при ежедневном фактическом документообороте. И вот как выглядит меню по кнопочке «Создать». Мы выбираем нужный документ и, собственно говоря, в обычном порядке создаем этот документ. То есть здесь абсолютно все штатное, все документы штатные, каких-то сильных особенностей у них нету. То есть аналогичные документы создаются и в других конфигурациях, там, например, в бухгалтерии, торговли и склад. Так что здесь, в этом разделе, мы пользуемся штатными документами, штатными возможностями этих документов и так далее. И теперь у нас еще с вами, сейчас мы перейдем снова в демо-базу, вот так вот. Это мы закрываем, это нам уже пока не требуется. И раздел снова «Склад и доставка». В принципе, мы достаточно часто говорим, что раздел НСИ и администрирование, это, если можно сказать так, черновая настройка, то есть которая активирует или наоборот не активирует какие-то функциональные опции. А вот в самом разделе «Склад и доставка» у нас с вами еще есть раздел «Настройки и справочники». И здесь мы уже задаем более подробные, более тонкие настройки, которые касаются складского хранения адресного. То есть мы можем задать типа размеры ячеек, правила размещения. То есть если вы используете адресное хранение, то, соответственно, оно более трудоемкое на начальном этапе, то есть именно на этапе настроек, но потом позволяет более оперативно составлять документы, планировать размещение товаров и так далее. И здесь обратите внимание на несколько пунктов. То есть в разделе управления доставкой у нас есть два вида справочников, то есть типы транспортных средств и зоны доставки. Типы транспортных средств, если мы сейчас провалимся по этой ссылке, мы задаем вручную и описываем транспортные средства, которые в нашем случае будут применяться. При этом это не зависит от того, собственные это транспортные средства или это, допустим, сторонние перевозчики. То есть мы задаем сведения про конкретные грузовые, например, грузовые автомобили, их грузоподъемность, их объем, то есть этим мы можем указать объем транспортного средства, и этот справочник у нас больше информации не содержит. Соответственно, после того, как мы задали транспортные средства, это могут быть и железнодорожные вагоны, и контейнеры. Ну, соответственно, транспортные средства, возможно, вы используете какие-то мелкотоннажные транспортные средства и так далее. После того, как мы заполнили типы транспортных средств, мы уже можем дальше оформлять собственные транспортные средства, если они у нас есть, то, соответственно, это будут уже основные средства, например, и вводить мы их будем, если, например, мы приобретаем транспортное средство, это будет уже раздел «Внеоборотные активы» и «Приходование основных средств». И зоны доставки. То есть мы можем использовать зонирование для того, чтобы, например, управлять междугородними перевозками, доставками, например, клиентам и так далее. То есть здесь есть возможность, мы задаем конкретные, например, маршруты, куда у нас осуществляется доставка, и после этого работать с блоком
доставки с блоком нагрузки, смотреть, какие маршруты более нагружены, какие менее. Так, зону доставки мы с вами посмотрели. Собственно, раздел «Склад» состоит из справочников, опять же, которые по аналогии с транспортными средствами содержат характеристику стеллажей, их расположения, ячеек и так далее. И схема обеспечения. То есть мы можем планировать обеспечение по заказам, по выпуску готовой продукции, что нам требуется и так далее. То есть это у нас уже справочники, которые находятся в разделе «Склад и доставка». И теперь мы с вами можем перейти. Есть раздел «Настройка адресного хранения». То есть после того, как мы в справочниках задаем технические параметры, мы можем уже в разделе «Адресное хранение» задавать более конкретные правила, как мы будем загружать наш склад, где и что будет храниться. Снова возвращаемся к слайдикам. Так. И немножко мы перескочим, то есть еще сразу поговорим про работу с довольческим сырьем. На самом деле довольческое сырье у нас находится в двух других разделах. То есть если вот раздел у нас «Склад и доставка», и здесь находится документация, которая касается ежедневной складской работы, если можно так выразиться, то работа с довольческим сырьем у нас расположена немножко по-другому. Снова переходим на нашу демо-базу. И, соответственно, если у нас ситуация, когда, например, мы получаем довольческое сырье для переработки, или наоборот, мы свое сырье отдаем в переработку. От этого зависит, где мы можем работать с этими документами. То есть в разделе «Продажа» у нас есть вот он, вот этот блок «Прием в переработку». То есть в этом случае мы получаем от наших заказчиков какие-то материалы и уже работаем с этими материалами, то есть выполняем какие-то работы, там, например, резка, покраска, ну, какая-то обработка. И, соответственно, здесь у нас есть возможность работать по заказам довольцев. Здесь обычный способ формирования, то есть опять же через кнопочку «Создать». Мы создаем новый документ, в котором заполняем шапку, то есть кто, что, по каким договорам. Напомню, что там, где у нас есть поля с красным подчеркиванием, они обязательны для заполнения. Если вы их не заполнили, то программа не даст вам провести этот документ. На что здесь нужно обратить внимание? Что вот эта вот строка «Номенклатура», значит, будет услуга по переработке. То есть мы должны будем здесь указать, что конкретно мы будем делать для нашего заказчика. Соответственно, это обычный справочник, и мы должны здесь внести те работы, те услуги, которые мы оказываем по переработке. Так, это мы закрыли. И содержание. То есть здесь у нас текстовое поле, где мы пишем какую-то характеристику того, что мы должны выполнить. То есть как-то обозначаем эту работу, эту услугу. Дальше на закладке «Выпускаемая продукция». Опять же, возможно, через кнопочку «Добавить». А возможно, если мы где-то создали заказ, просто «Загрузить». Мы заполняем что конкретно мы планируем получить в результате нашей обработки. То есть здесь у нас мы приходим сырье и материалы, которые получили от довольца, то есть, соответственно, выбираем из номенклатуры нужную позицию и заполняем, как вы видите, полностью строку. Обратите внимание, что мы можем по спецификации
Если мы работаем со спецификациями, то можем выбрать какую-то конкретную спецификацию. Сырье и материалы для производства. В принципе, у нас абсолютно такие же правила заполнения здесь. Ничего нового нет. А вот на закладочке «Доставка Довальцу», если мы выбираем способ доставки, то может быть несколько вариантов. То есть в соответствии с тем вариантом, который мы выбрали, у нас изменится здесь интерфейс, и, соответственно, мы будем заполнять уже другую информацию. То есть если у меня стоит самовывоз нашего склада, то у меня остается добавить только адрес доставки. А вот если, например, стоит, что транспортная служба, либо до перевозчика, либо если у нас конкретно перевозчика осуществляет внешний, или можем выбрать на усмотрение транспортной службы. Но я сейчас выберу, допустим, пусть это будет у меня внешний перевозчик, и, соответственно, в этом случае я должна буду заполнить уже другую информацию. Возможно, какие-то комментарии для перевозчика оставить. И если я ставлю вот тут флажок, то у меня получается возможность сформировать для экспедитора, то есть для перевозчика, например, внешнего, какие-то конкретные указания, что передать документ такому-то конкретному сотруднику или связаться с таким-то конкретным, например, таможенным брокером, ну, то есть любую информацию. И на закладочке дополнительно уже внутреннее, так сказать, содержание. То есть мы выбираем сделку, если мы работаем по сделкам по каким-то, указываем контактных лиц. Дальше основная важная строка – это группа финансового учета. То есть это я вам показываю справочники, которые у вас уже должны быть продуманы и сформированы к моменту, когда вы начинаете работать. Ну и, естественно, это система налогообложения. То есть с НДСом, без НДС и так далее. После того, как мы заполнили заказ, у нас остальные документы уже могут сформироваться автоматически. То есть табличная часть у нас будет переноситься из заказа, и будем остальные документы формировать на основании. То есть вот по такой пиктограммке ссылка на основании. Это тоже экономит время. Данные изменены? Нет, мы не будем изменять. Вот мы посмотрели с вами заказы Довальцев. И, соответственно, здесь мы можем уже в дальнейшем учитывать, что, например, мы получили там 10 разных материалов, а в результате выпустили, например, один какой-то другое изделие. То есть это будет изменение номенклатурных позиций. А с давальческим сырьем, которое мы передаем в переработку, то есть, например, мы передаем какие-то металлические изделия в покраску, в обработку, там, в резку, ну, то есть разные процедуры, они у нас находятся уже в другом подразделе, это подраздел производства. И здесь у нас, видите, есть передача в переработку. Точно так же мы можем использовать с вами заказы переработчикам и документы передачи в переработку. То есть в этом случае у нас чаще всего используется М15. И, ну, в соответствии с технологическим процессом, то есть что конкретно, какие конкретные операции нам должны осуществить. И, ну, допустим, вот сейчас мы с вами посмотрим документы передачи в переработку как образец, как-нибудь один документ. Вот, например, документ передачи сырья переработчику. Мы можем по кнопочке «Создать». Опять же, у нас возникает перечень документов, которые мы можем сформировать. Вот он, передача сырья переработчику. То есть шапка обычная. Мы заполняем кто, кому, что, какой склад передал, какие конкретно материалы, условия доставки, как мы уже с вами смотрели в предыдущем заказе,
И закладочка дополнительно, где описываются подробности нашей сделки. Соответственно, по факту выполнения мы проставляем, требуется или не требуется счет фактуры, в зависимости от того, какая система налогообложения принимается. И делается документ поступления от переработчика. То есть это документ фиксирует возврат. Сейчас мы посмотрим по проводкам. То есть возврат из переработки, то есть что конкретно нам передается. Могут также учитываться возвраты материалов, например, возвратные отходы, невозвратные отходы. И так, сейчас мы закрываем этот документ. И самый основной документ – это отчет переработчика. То есть это фактически документы, которые мы получаем от нашего партнера о том, что он для нас выпустил из наших материалов. Закладочка «Сырье», собственно говоря, показывает, что у нас использовалось, какие конкретно услуги нам были оказаны. И закладочка «Дополнительно» опять же фиксирует подробности нашей транзакции. Собственно, после отчета переработчика у нас возникают проводки уже по той номенклатуре, которую мы получили, потому что мы могли отдать трубы, а получить возврат, там уже стойки какие-нибудь и так далее. Собственно, это штатные документы, которые также используются и в других конфигурациях. То есть, в принципе, тем, кто работает с производственными операциями, знают эти документы. Ничего нового здесь не придумано, слава богу. И, соответственно, важно только соблюдать, чтобы документы были все своевременно, потому что очень часто при работе с переработчиками возникает ситуация, когда, например, материалы привезли, переработчик выполнил свою работу, вернул обратно полученные изделия, а документы, например, задерживаются или формируются с периодичностью какой-то раз в месяц или так далее. То есть на это нужно обращать особое внимание, иначе будет неправильно считаться себестоимость, поскольку программа не будет находить, например, мы уже получили товары, а сопроводительные документы на них еще не получены. И вот теперь, после того, как мы поработали с давальческим сырьем, то есть здесь на самом деле особых сложностей тоже нет. И всего, как я уже говорила, складские работники сталкиваются с документами поступления. То есть то, что обычно заполняется в разделе закупки, либо в разделе продажи. Ну, соответственно, в зависимости от того, что мы делали. То есть если это, как я уже говорила, раздел продажи, то это документы приема в переработку. То есть мы в этом случае выступаем как переработчики. А если это передается на сторону, то это раздел производства. И в этом случае уже как заказчики выступаем мы по отношению к нашим контрагентам. Так, сейчас мы закроем это. И еще раз возвращаемся в раздел «Склад и доставка». Управление доставкой, как я уже говорила, у нас вынесено в отдельный блок. В основном здесь нужно настроить, как мы уже с вами посмотрели, типы транспортных средств, зоны доставки, ответственные сотрудники, например, магазинов. И вот обратите внимание по доставке вот на такой раздел «Электронные перевозочные документы», потому что, как вы знаете, с этого года у нас транспортные услуги оформляются электронными документами, то есть, соответственно, оформление электронных перевозочных документов у нас вот такой пункт, и когда мы переходим с вами, у нас открывается общий журнал документов, и точно так же, как в других разделах, по кнопочке «Создать» мы выбираем то, что нам требуется на данный конкретный случай. Снова возвращаемся к нашим слайдам.
Мы с вами посмотрели передачи в производство, посмотрели передача в производство сторонним переработчикам. И, собственно говоря, вот теперь у нас получается, что возникает один очень щепетильный момент. Это работа с сохранностью, то есть передачей с учетом материалов, которые расположены на складе, на которых либо у нашего предприятия есть право собственности, либо это в случае как работа с давальческим сырьем, например, право собственности нам не принадлежит, мы выполняем только какие-то работы и услуги. То есть это вопрос инвентаризации совершенно конкретных товарных остатков либо на одном складе, либо на нескольких складах. Как вы знаете, по правилам бухучета обязательная инвентаризация у нас должна проводиться раз в год по концу года, то есть по состоянию на 31 декабря. И вот инвентаризация это как раз у нас достаточно и трудоемкий, и щепетильный, и, в общем-то, документоемкий процесс. То есть вы знаете, что у нас появилась тоже новая ФСБУ, которая регулирует именно проведение инвентаризации. На самом деле, слава богу, ничего особо революционного в этом разделе у нас нет, но конкретизированы разные моменты документального оформления. То есть новые правила инвентаризации у нас утверждены приказом Минфина, как вы видите, 23-го года, то есть января 23-го года. Использовать его должны все организации, за исключением того, что если у вас учет драгметаллов ведется, драгметаллов и камней, то у них есть немножко другие правила. Эти правила регулирует инструкция, достаточно уже давняя, с 2016 года, но тем не менее до сих пор актуальная. В обязательном порядке, ну то есть так же, как другие ФСБУ, в обязательном порядке применение официально начинается 2025 года, но можно это и в добровольном порядке делать. Сами правила по себе не особо отличаются, но при этом больше внимания уделено именно оформлению этой процедуры. То есть, как вы знаете, инвентаризация должна сопровождаться, во-первых, документом, на основании которого инвентаризация проводится, то есть это может быть приказ, распоряжение. И должна быть составлена комиссия, которая проводит инвентаризацию. В состав комиссии должен входить у нас председатель и, соответственно, материально ответственные лица, собственные и, возможно, привлечение в качестве комиссии работников либо других подразделений, либо создание какой-то постоянной инвентаризационной комиссии. То есть описывается порядок составления приказа и порядок назначения инвентаризационной комиссии. То есть применять мы это ФСБУ можем уже сейчас, 23-го года, но тем не менее, собственно говоря, суть процесса не особо изменилась. Изменилось вот что. То есть в других конфигурациях, например, бухгалтерия, у нас есть всем знакомый пункт инвентаризация. А вот в ERP это происходит немножко по-другому. То есть на самом деле и проинвентаризировать мы должны все активы перед составлением годовой отчетности. Но если мы с вами переключаемся сейчас вот на демо-версию, то в разделе «Склад и доставка» у нас нет раздела «Инвентаризация». У нас появился вот такой раздел «Излишки, недостачи и порчи». И здесь, как вы видите, нету пункта «Инвентаризация». Есть пункт «Пересчет товаров». То есть если мы переходим сюда, уже вот здесь по кнопочке «Создать» мы можем создать новую
Ведомость. То есть практически у нас до того, как будет оформлена инвентаризационная ведомость, соответственно, мы осуществляем пересчет. У него есть свои правила, то есть как должен осуществляться пересчет. То есть, что даже сама инвентаризационная ведомость у нас с самой первой странички содержит расписку, что в бухгалтерию предоставлены все товарно-денежные документы. То есть все сдано и выведен товарный остаток. После того, как мы закладочку товары формируем, то, соответственно, мы здесь перечисляем. Можно по-пролетарски, так сказать, через выбор каких-то конкретных номенклатурных групп выбирать. Можно, если у нас сплошная инвентаризация, то в этом случае получается как в песне «Что вижу, что пою». То есть мы перечисляем конкретно, что мы нашли на территории веренного склада, и после того, как мы внесли сюда номенклатурные позиции, соответственно, мы можем указывать по учету, то есть какие сведения у нас числятся в учете и что мы обнаружили по факту. И после этого по кнопочке «Печать» мы можем вызывать уже конкретные документы, то есть бланки задания на пересчет, бланк задания на пересчет товаров, например, на каком-то складе, на в кладовой, ну, то есть на конкретных складских территориях. И вот он документ инвентаризационная опись, которая уже формируется из вот этого перечня. То есть сама инвентаризационная опись. Сейчас я добавлю пару строк, ну пусть будет вот так. Вот так. Здесь у нас, допустим, пар по факту у нас их оказалось 10. Ай, извините, проскочила по счету. То есть мы указываем фактические данные, что мы обнаружили. А вот теперь здесь есть еще один интересный пункт. Вот видите, я сделала ошибочно нужную строку. В принципе, это действует не только в инвентаризации, а во всех других. То есть для того, чтобы у меня провелась инвентаризация, у меня не должно, естественно, быть вот таких пустых строк. И я должна поставить курсор на данную строчку, после этого нажать. Нет, нужно не изменение. И после этого данную строку удалить. Так, мы сейчас с вами снова сюда вернемся. И, соответственно, вот я вывожу бланк инвентаризации, да, вот эту. Выводим ее на печать. Соответственно, у меня не оформлены предыдущие складские документы. Я просто наобум выбрала сейчас из списка номенклатуры, поэтому печатную форму я, к сожалению, сейчас не смогу сформировать, потому что мне надо сначала данный товар оприходовать на склад. Но, тем не менее, я могу сформировать и инвентаризационную опись, и сличительную опись. То есть это унифицированные бланки. И, соответственно, в этом случае они уже будут соответствовать каким-то конкретным складским территориям. И, соответственно, в этом случае у меня есть возможность оформить не только результаты пересчета, то есть это фактически отклонение или приход, или излишки, или недостачи, возможно, пересортится какая-то. То есть, если у меня обычный склад без адресного хранения, то я могу сформировать вот такие описи. Если у меня адресное хранение, то я могу использовать вот такие дополнительные возможности. При формировании вот этих документов у меня, естественно, возникает возможность и документы, которые регулируют внесение
инвентаризация в план работы, то есть и приказ можно сформировать, и назначение комиссии и так далее. И здесь у меня сразу, допустим, сразу доступны дополнительные оперативные отчеты, и, соответственно, я могу посмотреть, с чем у меня данные ведомости связаны, с какими документами. Так, теперь мы это дело позакрываем. То есть, если я вот здесь вот проставляю флажок, то, соответственно, я могу видеть сразу результат моей деятельности, то есть результат инвентаризации. То есть, если у меня оприходование или какие-то недостачи, то можно сразу формировать документы. Если вот здесь хочу заострить ваше внимание, если у нас обнаружены излишки, то излишки мы приходуем, и, соответственно, эти суммы попадают под налогообложение как доходы. А если у меня недостача, то недостачу я оформляю за счет собственных средств и налогооблагаемую базу. По налогу на прибыль у меня эти суммы не уменьшают. Снова вернемся. Так, сейчас мы вот это дело закроем. Так, пересчеты. А посмотрим еще с вами вот такие документы. Излишки, недостачи и порчи товаров. То есть я напоминаю, что если обнаружена недостача, то в этих случаях мы имеем право использовать списание в пределах норм естественной убыли. А вот то, что уже сверх норм естественной убыли, мы должны решить, будет ли такое списание за счет материально ответственных лиц, то есть виновных в допущении этой недостачи, или это будет списываться за счет предприятия, то есть за счет собственных средств. Здесь тоже также по кнопочке «Создать» у нас, видите, доступны нам вот такие вариации. То есть мы можем отразить излишки, недостачи. И обратите внимание, здесь появилась вот такая строка «Отражение пересортицы». Раньше пересортицу мы просто учитывали, то есть излишки оприходовали, недостачи списали. Теперь у нас есть вот отдельная документ, которым мы можем это сделать, и точно так же отражение порчи товаров. Если, например, произошли какие-то форс-мажорные события, мы тоже можем отразить отдельным документом. А здесь у нас еще есть с вами возможность тоже получать отчеты оперативные. Поскольку у меня нету документов, то, соответственно, у меня нет отчета. И сейчас мы с вами снова вернемся к слайдикам и немножко нормативной базы. То есть, напомню еще раз, что инвентаризации подлежит все имущество предприятия, независимо от того, где оно находится. То есть, соответственно, и взаимоотношения с контрагентами, то есть дебиторами, кредиторами, и физические активы, то есть товаро-материальные ценности. Обратите внимание, вот на какой момент. Отложены налоговые активы и обязательства, объекты бухгалтерского учета, которые не учитываются в составе основных средств, но отражаются на забалансовых счетах. То есть, соответственно, если у вас на забалансовых счетах отражается принятое, например, на ответственное хранение чье-то чужое имущество, спецодежда, ну, то есть все, что отражается на забалансовых счетах, ну вот, собственно говоря, тоже должно быть проинвентаризировано. И когда проведение инвентаризации обязательно? Обязательно оно перед составлением годовой отчетности, как мы уже говорили. Это обязательно. Чаще, чем раз в год, мы можем, естественно, проводить инвентаризацию. Это будет уже не обязательная инвентаризация. То есть по распоряжениям, по каким-то конкретным ситуациям, то есть, например, при уходе
в отпуск материально ответственного лица, проводится инвентаризация при смене бригады, если это бригадная материальная ответственность, то при смене 50% бригадного состава, при передаче в аренду, как вы видите. Ну, здесь имеется в виду не только аренда, это может быть и управление, и безвозмездное пользование. При смене бригадира, при бригадной материальной ответственности, всегда делается инвентаризация. Если вы, например, узнали, что там произошла какая-то недостача, ну, может быть, кража, может быть, какая-то форс-мажорная ситуация, например, там затопило, сгорело и так далее. Ну и, естественно, при разных реорганизациях, когда происходит либо ликвидация предприятия, либо объединение, ну, то есть, соответственно, с этим производится инвентаризация, ну и оформляется сопутствующими документами, то есть в приказе должно быть указано, по какой причине проводится внеочередная инвентаризация. Еще одно дополнение, которого, в принципе, раньше не было, это то, что кроме традиционных способов, то есть пересчеты, перевесы, перемеры и так далее, используются нестандартные способы. То есть теперь в качестве инвентаризации могут применяться результаты видеофиксации, фотофиксации, то есть видеосъемка, фотографии и так далее, когда они, возможно, обычным способом пересчитать имеющиеся ценности. И вот, как вы видите, еще уточнение по инвентаризационной комиссии. Ну, соответственно, должно участвовать не менее 4 человек, но это зависит от того, еще каков состав бригады, потому что в случае, если это бригадная материальная ответственность, то в состав комиссии должны войти и материально ответственные сотрудники. При этом ведомость пересчета в обязательном порядке заверяется подписями и сотрудников, то есть материально ответственных лиц, и членов комиссии. При этом ставится автограф, расшифровка автографа и, соответственно, последняя итоговая страница содержит перечень страниц, то есть, например, в настоящую ведомость включено там 10 страниц или 20 страниц и так далее. Кроме сотрудников организации, естественно, может инвентаризация проводиться как постоянно ревизионной комиссии, то есть, например, делается в должностных обязанностях отметка и составляется приказ, что на предприятии сформирована постоянная инвентаризационная комиссия, в составе перечисляются конкретные сотрудники и указывается, кто является председателем этой комиссии. И после того, как составлена ведомость пересчета, составлена инвентаризационная ведомость и исключительная ведомость, уже идет дальнейшая обработка вашей информации, которая поступила по этим записям. И выносится решение, то есть приказ, распоряжение и так далее, что конкретно списывается, например, на недостачи, на виновных лиц, а что относится на расходы конкретной организации. И вот здесь при оценке результатов инвентаризации нужно помнить, что излишки мы приходуем по их справедливой стоимости, ну, либо по балансовой. А недостача в случае проведения инвентаризации списывается по балансовой стоимости. То есть, соответственно, справедливая стоимость может отличаться от балансовой стоимости, а при списании недостач не может. То есть при недостачах мы используем только балансовую стоимость.
И еще один момент, что отразить результаты инвентаризации мы должны на дату начала проведения инвентаризации. То есть если у нас, например, годовая инвентаризация происходит 31 декабря, то и отразить мы ее должны в эти сроки, то есть 31 декабря. На практике, конечно, 31 декабря вся фирма в полном составе очень редко находится на инвентаризации. А, соответственно, инвентаризация проводится или чуть раньше, или чуть позже, то есть, например, после Нового года. Но отразить эту инвентаризацию мы должны будем, по состоянию на 31 декабря. А еще немножко, нормативной информации, что небольшое послабление есть, то есть этим стандартом не установлен перечень обязательных документов, поэтому организация может немножко варьировать. У нас определены основные правила заполнения документов по инвентаризации, определена информация, которая в них должна отображаться, определены правила, как исправлять ошибки, то есть ошибка исправляется путем зачеркивания, проставления рядом нового числа и заверением этого исправления подписями всех членов комиссии и, соответственно, материально ответственных лиц. Конкретно видно, например, вид приказа или распоряжения не установлен. То есть это может быть какой-то локальный нормативно, который разработан в вашем предприятии. Но при этом в нем должна содержаться вся необходимая информация. Ну, чаще всего, естественно, используют унифицированную форму документа. Вы видите перечень информации, что должно быть указано, а вот в каком виде, то есть, например, приказ может содержать логотип вашего предприятия, либо, ну, в зависимости от изобретательности и креативности ваших сотрудников, может содержать там всякие цветочки, галочки. Естественно, я утрирую, но смысл в том, что это может быть фирменный бланк, может быть бланк, который содержит логотипы, может бланк быть разных форм, но в нем должна быть указана вот такая информация. Соответственно, если мы провели инвентаризацию, ну, то есть фактически инвентаризация же это у нас сравнение между фактом и учетом, и после этого то есть мы составили с вами сличительную ведомость, и в бухучете мы отражаем, как я уже говорила, оценку на дату, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. Собственно говоря, и вот еще нормативную информацию, которую вы видите на этом слайде, мы уже так или иначе озвучили ее в предыдущих актах, но напомню еще раз, то есть излишки приходуются и облагаются прибылью, налогом на прибыль. Недостачи в пределах норм, естественно, списываются на затраты, а если недостача превышает нормы естественной убыли, то определяются либо виновные лица, с которых будут удержаны эти средства, либо за счет предприятия, когда виновных не удалось установить. Напомню еще про один обязательный момент, что кроме проведение инвентаризации активов, то есть товаро-материальных ценностей, мы должны в обязательном порядке по концу года делать инвентаризацию расчетов, то есть, соответственно, дебиторской, кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, либо которые по каким-то разным причинам, например, ликвидировано предприятие или еще какие-то какая-то информация есть о прекращении деятельности.
Мы должны провести инвентаризацию и такие задолженности, соответственно, списать. Собственно говоря, при обнаружении таких отклонений, когда мы обнаружили, например, либо ликвидированные предприятия, либо просроченную задолженность, результаты учитываются по общему правилу. И, наверное, последний слайдик, который мы с вами посмотрим, это вот такой, в общем-то, это, скажем так, дайджест того, о чем я говорила последние 15 минут. То есть обратите внимание, что справедливая стоимость определяется согласно требованиям МСО. Оценка справедливой стоимости, приказ от 2015 года, приказ Минфина от 2015 года. Ну, соответственно, балансовая оценка у нас с вами фигурирует в учете. Ну, и опять же, это фигурирует в учете по стандартам, вот так, по стандартам бухгалтерского учета. И после того, как мы с вами провели инвентаризацию, отразили ее в обязательном порядке инвентаризационной ведомостью, с личительной ведомостью и приказом о том, как мы распорядились излишками и недостачами, мы с вами можем уже переходить вот к таким материалам. Вот мы раздел «Склад и доставка» отразили излишки, недостачи и порчи. Но если мы с вами работаем с финансовыми документами, то есть, например, производим инвентаризацию дебиторско-кредиторской задолженности, то у нас, сейчас мы снова переключимся на демо-базу, у нас есть раздел финансовых расчетов, и хочу обратить ваше внимание, то есть у нас вот раздел доходы, расходы, финансовый результат, и соответственно мы с вами можем и внеоборотные активы, то есть соответственно точно так же, они у нас тоже подлежат инвентаризации, то есть мы можем отразите результаты инвентаризации по этим разделам. И здесь у нас с вами будет, сейчас так вот сделаем, точно такая же возможность, как и при инвентаризации товар материальных, например, ценностей. Такой мы с вами уже немножко время перебирали. Так, тогда я хотела еще раз показать вам только дополнительные отчеты, которые у нас есть возможность формировать. Ну, во-первых, у нас есть возможность вот раздел 1С отчетность. То есть, собственно говоря, мы здесь составляем всю регламентированную отчетность, то есть это отчетность налоговые органы, объединенные Социальный фонд России и так далее, переписка с налоговыми органами. Вот такой вот блок включен в некоторые другие разделы, чисто для удобства, чтобы не надо было ходить там через третий пункт. То есть, соответственно, 1С у нас не только журнал, в котором собраны все наши отчеты и переписки, это еще и дополнительный сервис, который называется 1С отчетность. Вот если я перехожу по регламентированным отчетам, то у меня программка вот так себя хвалит. То есть что это за сервис? Это прямой обмен с сайтом, например, налоговых органов. Более подробно можно почитать про этот отчет, не отчет, про этот сервис вот по такой ссылочке. То есть он позволяет ликвидировать пересылку файлов с отчетностью через оператора, например, там СБИС, Тензор, консультант и так далее. Это, во-первых, сокращает сроки обмена, то есть как минимум день экономится на пересылке. А во-вторых, в общем-то, это
Очень удобный сервис, который позволяет предприятию оперативно получать информацию о каких-то, например, дополнительных взысканиях, требованиях и так далее. Потому что, например, по кадровым мероприятиям у нас достаточно сжатые сроки, то есть мы должны подать отчет в Объединенный социальный фонд России не позднее следующего дня. То есть, соответственно, если возникают какие-то накладки или какие-то форс-мажорные обстоятельства, то через этот сервис просто быстрее можно получить информацию, ну и, соответственно, ответить на нее, предоставить документы, чтобы не попасть на штрафные санкции. А вы знаете, что штрафные санкции у нас сейчас, ну, очень такие ощутительные. Так, это мы сейчас с вами закроем. Еще на что хотела обратить ваше внимание, что у нас есть возможность использовать дополнительные отчеты и сервисы в каждом разделе. То есть, вот, допустим, финансовые результаты контролинг, необоротные активы. То есть вы видите, у нас в каждом разделе самым первым пунктом стоит дополнительный раздел с отчетами. То есть вот видите финансы. Допустим, вот берем склад, у нас тоже отчеты по складу. А на самом деле отчеты, их достаточно много, и они практически дают полную картину. То есть есть у нас, видите, анализ запасов, есть по управлению складами. Ну, то есть вот самая, наверное, используемая ведомость по товарным остаткам. Ну и, соответственно, это другие отчеты, которые позволяют быстро посмотреть картину. Есть еще в разделе «Регламентированный учет» у нас вот такая возможность. То есть анализ учета по налогу на прибыль, по госконтрактам, по, например, доходам и расходам для упрощенцев. Это тоже часто используемые отчеты и очень наглядно показывающие, особенно по налогу на прибыль. В принципе, вам, скорее всего, эта картинка знакома, то есть вы можете по каждому разделу получить конкретно какой-то результат, который помогает, например, сверить бухгалтерский учет с налоговым, ну, то есть выявить отклонение, да, завершить работу с отчетом. То есть это отчеты, которые находятся в каждом подразделе, то есть тематически сгруппированы по теме, например, закупки, продажи, производства, ну, то есть по каждому конкретному пункту. Наше время уже подошло к концу, даже мы немножко перебрали, поэтому мы сейчас с вами возвращаемся снова к нашим слайдам. Я хочу вернуться к титульному листу, к теме нашего вебинара, и сказать еще один момент, то есть компания Codirline выполняет весь спектр работ по программам 1С, то есть и внедрение, и продажа, и разработка, и настройка. Так что мы приглашаем вас к сотрудничеству и будем очень рады оказаться вам полезными. А на этом разрешите попрощаться. Компания Codirline благодарит вас за уделенное время, за проявленное внимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего вам доброго.